Поздравляю вас, братья и сестры, с праздником воскресения Христова. I greet you all with the feast of the resurrection of Christ. We have people with names today, so we will now ask that God give them many years. У нас есть именинницы, так что давайте помолимся, чтобы Господь даровал им много лет. Вот Отец, дай мир жизни, здоровье же и спасение, и во всем благое возвышение, подошь Господи, рабом моим, моли, 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 и сохрани на многое веко. We will have the festive breaking of the fast on Pascha after liturgy. So those who wish to join, please take the form and fill out the form so we can have a count of how many people would be there. The sisterhood has prepared lunch, so please, those who wish to join us, сестрища приготовила обед, так что, пожалуйста, кто хочет, присоединитесь. Также у нас есть проповедь на сегодняшний день батюшки из Беларуси, так что возьмите, кто может это читать на русском языке. Те, кто причащались, those who receive communion, please listen to the communion prayers. Выслушайте благодарственные молитвы.